loca, loca, loca. А что он делает? Не произошло. Ебать, я коню. Да, мне жена купить что-то там стоит. Анекдот. Слышал он такой. Короче, девка приезжает на бэхе, такая заправка заезжает. Заправщик говорит, полный, блядь, у меня солярки нахуй. Заправили, блядь. Солярка? Да, ой, 98-го бензина. Уехала, короче. Через 5 минут вся заплакана, где, блядь, сейчас только мой парень приедет, сейчас. Все, говорит, жена ебанутая, я же говорю. Чё ты, дурак, они оба ебанутые. Я вылыгу это. Сначала он сам тебя поставил. Ебать, конём. Короче, этот, ну. Все, прочее, это опять поменять. Вот это прикол будет. Ну-ка. Блять, не трогай, не трогай, не трогай! Ебать! Вот ты короче, да? Ёбаный стык. Да вы ебанули что ли? А, они может это, нахуй, смешивают что ли? Я хуй знаю, что они делают. Я вообще не понял. Да может вы уебёт как... Смотри, 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 сейчас посмотрю, что он будет. Эй, жена, что ты делаешь, блядь? Иди нахуй! Что, нам эту машину свою потерял, что ли? Пиздец!